Здравствуйте, друзья! Осень стучится в окно. В Краснодаре 23 октября утром будет облачно с прояснениями, а затем весь день пасмурно. Но не теряйте хорошего настроения. Утром температура будет колебаться от 11 до 16 тепла. Днем плюс 16, плюс 18. Вечером температура опустится до 12-14. Ночью плюс 11, плюс 12. В Белореченске утром и днем слегка покапает, вечером пасмурно, а вот по-настоящему дождь хлынет только ночью, навевая сон. Градусник покажет утром 13-16 выше нуля, днем его столбик поднимется до плюс 16, плюс 18, вечером от 12 до 15, ночью плюс 12, плюс 13. Мы знаем, время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимое вы наполняете его. Бывают у него застои, а иногда она течет ненагруженная, пустое, часов и дней напрасный счет. Пусть равномерны промежутки, что разделяют наши сутки, но, положив их на весы, находим долгие минутки и очень краткие часы. Вдумайтесь, друзья, в эти слова в стихах Самуила Яковлевича Маршака. Спонсор нашей программы – строительная компания «Стройэлектросевкавмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и Анатолий Тучков. Желаем вам удачи.